М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка. Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22 пунктам управления, в том числе 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровская Донецкой Народной Республики, подразделениями артиллерии на огневых позициях в 72 районах, а также живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 117 районах, включая 2 пункта дислокации иностранных наемников в районе Харьков. Уничтожены 5 складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневая Днепропетровской области, Весунск Николаевской области, Бахмутовская и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Ановка Кировоградской области. Самолетами Су-35С и МиГ-31БМ ВКС России в районах населенных пунктов Березнеговатая и Червоная долина Николаевской области сбиты 2 Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькая, Брашковка, Зеленая, Яковенково, Пески Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Светогорск Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Долгенькая Харьковской области и Горная Донецкой Народной Республики перехвачено 6 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танка и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники.